категории до 46 килограмм. Красный угол Максим Сапков, Виктория. Синий угол Артем Давиденко, Умань. Приготовится Илья Гладкий, Максим Джибейло. Максим Сапко. Ему 13 лет, имеет второй юношеский разряд. Представляет город Черкассы, КДУ США «Виктория». Боксом занимается 3 года. Провел 38 боев, 31 одержал победу. Является чемпионом Черкасской области 2015 года. Тренируется под руководством мастера спорта Украины Александра Пискун. Является победителем турнира в городе Умань. Тренируется под руководством Романа Фасавей.
Максим Зубейло, город Умань. Финальная пара весовой категории до 48 килограмм. Единогласным решением судей победу и звание чемпиона области 2015 в категории до 46 килограмм завоевал Максим Садков. Виктория! Спортсмены награждаются. За второе место награждается Артем Давиденко, Умань. Дипломом и медалью второй степени. Чемпионом области весовой категории до 46 килограмм стал Максим Садко, Виктория, Черкасы. Смена рефери в ринге.